Да. Да. Ну давай теперь обещание выполняй. Чат, уберите этот мод. С меня когда обещание будешь? Нет, ты обещал донаты по 100 рублей сделать. Голосовые. Я мог дальше по деревьям, в принципе, прыгать, на самом деле. А может, голосовые донаты за 100 рублей сделай? Сейчас? Ну, давай. Ну, все. Давай. Ну, все, пока всем по центре. Пока, ладно, Кирилл, спасибо, что вернулся. Конечно, вот, блядь, долго. Но вот если было бы побыстрее, было бы лучше. Ну, все, ладно, давай, пока. Конечно, Кирилл. Все, пока. 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 Поцеловал, но расплакался. Пока, мистер. Так, все. Ну, что? Пацаны, готовьте 100 рублей и рыги. Свои лучшие давайте рыги приготовьте. Все, ребят. Готовьте свои лучшие рыги, блядь. Я после первого раза, когда убил этого, мог уже уйти, в принципе. 300. Просто как я сказал, фуф-фуф, типа, о, опять на час. Как бы меня эта фраза так, типа, смутила. Я такой, 300. Вот. Ну, можете считать это как оправдание, да, согласен, в принципе. Вот. Ну, типа, реально. Уже потому что 7 часов, и еще анимеху надо посмотреть, поэтому... Давай! Потому что это был самый разумный вариант полфаниться. Вот, давайте сапку. Да-да-да, конечно. Бам. Пара-па-пам. Да, голосовые донаты. Ну, давай поставлю, ладно, так. Так, я уже готов. 100. Так. Готовьте. Готовьте свои лучшие рыги, пацаны. Йорни, спасибо большое. Все, есть. Тебе кидайте ему рыготу, самую смачную. Говорите ему, моча, жопа, член. Вот так говорите. А, нет, я слышал, я на него даже ответил, все нормально. Так. Все нормально. Так, сейчас, подождите, я сейчас задоначу. Сейчас, надо навернуть кваску, сейчас. Ну, ты у меня сейчас получишь. Мне что-то не идет. Сейчас. Ну что, привет, Заквейли. Ну как тебе? Неудачные получились рыги. Может, получше сделать? Ну как тебе? Не-не-не-не, сейчас я наверну получше. Ну шо, привет, Заквиль. Так. Вы ему уже кинули свои рыготы? Курить, на самом деле, это прям клёво, мне понравилось. Так. Вот, потом уже уйти сложно. Ну, потом, типа, мне надо просто по дереву дальше паркурить с боками. У меня 34 бока было, то есть я мог дальше, в принципе, по деревьям прыгать долго. Давайте, вы тоже, пацантре, выгружайте, я ради вас. Я об этом мечтал всю жизнь. Вот. Ну, типа, реально такая Маугли тренировка была. Ну, уже пятерка просто тоже не хотел, и я уже уставший, и... Да. Ну, не знаю, наверное, это пока последний Хантер был, скорее всего. Хотя, ну, блин, было весело, слушайте, я может быть, как-нибудь еще соберу народ. Давай. Фыф хорошо, кстати, паркурит, ну, более-менее подбегивая. Давай, кот, кот, дай мне. Он прям реально неплох. Дископика. О, пошла, да? Такую еще не... А, нет, это 50. Последний заполовится на меня. Зак, добрый вечер. Смотри, я уже не проводил такую шняшку несколько раз. Ты ставишь таймер на 2 минуты. Кто так последний зафоловится на меня? А, на тебя? Не пойдет, сорян. На меня, если зафоловится, то последний, тогда пойдет. А так нет, сорян. Что это за... Рыготы! Конкурс на подписку. Это, кстати, не я. По-моему, это не я. Я не успел. Привет, пидорас нигерский. Привет, пидорас нигерский. Это не я! Чувак, просто. Я бы так не сделал. Я бы так не сделал. Привет, Заквиль. Чувак, после предыдущего доната меня это уже не возьмет, понимаешь? Я буду сам прослушать сначала, короче, понятно, без таких, чтобы такие уроды не это. Да меня не забанят за это говно, ну типа. Дай рыготу, Садзера рыгнул. Это было забавно. Моча. Я сейчас озвучу это вам еще раз, ладно? Вы пока не слышите? Сейчас. Как задонатить ему? Мультитрансляция, да, все на этом. Спасибо, пацан, что приняли участие, блин, было клево. Моча.
О, понятно, порнозвуки поставить, ну ё-моё. Моча, 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 этих ребят вообще на самом деле. Так, короче, так, отправить еще 100 рублей. Предложки, давай. В общем, пацаны, на телегу подписывайтесь, там оповещалка, там точно типа оповещение придет как надо. И чатик у нас есть, где мы все обсуждаем. Так, а вот эту гифку, вот эту. Это почему он не слушает? Ставит, почему он не слушает мою мочу? На фоне такой пальмочки прям, блин. Почему он не слушает мою мочу, гениальную? Так, о, эта картинка нормальная, да. Так, а дальше я видел. Окей. Сейчас, сейчас. Давайте возьмем что-то похрустеть. Я тоже возьму и можем, в принципе, начинать, можем стартовать, да? Согласны? Куда? Куда? Эль, куда? Поменяешь? А, я поменяю название. Не, куда? Не, я поменяю название. Куда? Так, куда? Короче. Куда? Марафон. Ну, марафон куда? Не марафон, не знаю, сегодня сколько серий будет, посмотрим. Да приди, кот, кот, посмотрим. Приди вот. Или нет? Чуваки, я помню, что я говорил про 15 серий, но объективно, классно смотреть, пока... Пока интересно. Если я буду смотреть через 15 серий, как бы я буду сидеть через это, есть. Через себя. Вот, я как-то немного к аниме начал подостывать, скажу честно вам. Поэтому аниме какое-то время не было. Не надо мне, короче, больше смотреть анимехи, в которых так много серий. Я не умею смотреть анимехи и вообще не сериалы, в которых типа по 100 серий. Я закинул серьезно. Ему мочу. Мне начинает надоедать. Я закинул мочу. Вот ему. Какой-нибудь обещанный Neverland с удовольствием бы еще раз посмотрел, да? Или что-нибудь подобное вот. А... Моча, 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 Вот самый фуфуф или левый? Подожди, подожди, подожди. Там, он говорил, my chat, английский с пятеркой. Фуфуф, мой чат. Хотел задать тебе такой вопрос, ну, нескромный на самом деле. Как ты относишься к говно жидкому, вот прям такому коричневому жидкому дерьму, которое прям льется по носам из попы? Как ты к такому относишься? Вот просто хотел тебя спросить. К жидким какашкам. Вот прям к жидким, вот реально к жидким какашкам. Коричневым жидким какашкам. Ну они уроды, я же говорю, они уроды. Еще, я тогда еще закину. Сейчас я сделаю. И тебе добра, пыф-пыф, блин. Опа, аноним, так, тихо. Я сейчас прослушаю сам. Вы чего, все, угомонитесь. Это смешной, кстати, тоже. Сейчас я уже, я же плевался. Боже. Ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас. Так, рейдер, это сначала тот говнюк, который запрещенный. Ой, кек. Короче, вот это было смешно от анонима. Макс, ты упырок. Макс, ты Привет от пятерки. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Кингсмен», вы. Упырки, блин. Манеры лицо мужчины, кстати. О, кстати, здравствуйте. Возвращаясь к предыдущему донатеру... Его там ник какой-то фыф, да, вот. Ну, стример не ответил на этот вопрос. Я, кстати, считаю, что это неуважение, потому что у него спросили. Он не ответил, как он относится к говну. Но я вот отношусь, ну, очень положительно. И я люблю еще, когда, ну, жидким прям, знаешь, ну, чтоб легко, очень быстро потом попу помыть, боже, да, когда жидким какаешь, это реально удобно, но, правда, можно обосраться, да, вот, но я бы вообще хотел и писать, и какать из одной дырки, как курочка, ну, чтобы не тратить лишнего времени, плюс в чат, если согласны, да, вот, кстати, у меня еще есть 42 секунды о том, чтобы рассказать то, что вы прикиньте, я недавно только просек то, что в деревне, в уличных туалетах, оказывается, плавает говно с мочой одновременно, такое жидкое, и вы не задумывались, вот если бы вы уронили туда телефон, пришлось бы, ну, нырнуть бы туда, так сказать, за телефоном, ну, потому что все-таки, ну, сколько, даже 15 тысяч, если телефон стоит, ну, надо было бы нырнуть в говно с мочой, мне кажется, так сказать, запачкать руки,
чтобы спасти свой телефон. Вот, стример, что вы об этом думаете? Скажите, пожалуйста. Так, 100 рублей. Оплатить. Металлическую ось. Лего. Пластмасс. А? О, он тоже смотрит этот канал? Оп. Я тоже смотрю этот канал. А. Куда он ушел? Куда он ушел? Куда он ушел? Куда он... Сейчас, подождите, я ему закину. Сейчас закидываю. О, он пришел, он вернулся. Он вернулся. Так, окей. Ага, подожди, там что-то фуфуп еще присылал. Стоп, стоп. Ну-ка. Блэд, у меня не приходит код. Ну-ка. Кстати, меня он ник. Сэр, да, я тоже отношусь, в принципе, неплохо к таким вещам. Но подумаешь, жидкое говно льется из жопы. Ну, прям жидкое ручьем льется говно. Вонючая жидкость. Сейчас бой пойдет. Стапы! Вы чё, в одном дискорде сидит? Я ж, блядь... Усюха. А, кстати, здравствуйте. Возвращаясь к предыдущему донатеру, его там ник какой-то фыф. Фыф. Да, вот. Ну, стример не ответил на этот вопрос. Я, кстати, считаю, что это неуважение, потому что у него спросили. Он не ответил, как он относится к говну. Но я вот отношусь, ну, очень положительно. Положительно? Красава! Я люблю еще, когда, ну, жидким прям. Знаешь, ну, чтоб легко, очень быстро потом попу помыть, боже, да. Все? Что-то как-то оборвалось. Непон! А про уличный вот. Туалет? И все, пап, помыть можно, и все. Вот. Непон! Мерзкие ребята, да, пацаны? Непон! Мерзкие, просто забей. Просто забей, блин. Непон. Осторожнее с такими данными. Популярный стример по Хардстоуну ушел в перматче за такого доната, хотя свою позицию против высказал. Против чего? Против чего? Против жидкого дерьма, чувак, чего, блин? Ну, да ладно, в принципе, все по центру. Пошли от него. Так, пойдемте бабки делить на СП. Деньги.